Здравствуйте, мы группа Denant. Она названа так, потому что меня зовут Даниил, Андрей зовут Андрей. Это первые три буквы наших имен: Дэн Даниил, Андрей Denant. Вы, наверное, могли увидеть нас в городе, где-то в переходе или на улице. Сейчас мы немножко объясним, почему это с нами произошло и как мы вообще там оказались. Вот с Даниилом мы знакомы 6 лет. Тогда мы учились в музыкальной школе, но нельзя это назвать так таковым знакомством. После мы поступили в один музыкальный колледж. Который, кстати, мы закончили позавчера. Поступили в музыкальный колледж, но и там, к сожалению, мы плотно не общались. Но как-то одним утром по дороге на учебу мы зашли в один вагон метро. Нам пришлось поговорить. И, можно сказать, с этого момента начался наш творческий путь. Я узнал, что Данил пишет музыку. И мы начали играть в аудиториях, в классах нашего колледжа. И потом со временем подумали, а почему бы нам нашу музыку не играть для кого-то еще? Ну и в этот момент подумали, что у нас ничего нет, ну кроме инструментов, там музыки, ну и желания показать людям. Подрастроились немножко, но в результате поняли, что у нас есть целый город, у нас есть те же люди, нужно просто идти к слушателям, не ждать, пока они сами придут, не ждать, пока там какой-то концерт сделать, чтобы на него пришли люди, а уже показывать. Мы просто так не хотели выходить, подготовили репертуар хороший, посмотрели на реакцию людей, первый раз было очень страшно. И с этого момента у нас вот цель и задача, наша главная идея, это была никогда не отказываться от какого-то шанса показать свое дело, будь то музыка или другое дело. И каждый раз, когда нам представлялась возможность, даже пускай не коммерческая, даже пускай совсем на каких-то добровольных таких началах, мы все время ни от чего не отказывались. И вот мы сегодня здесь и хотим и вам тоже показать еще кусочек нашей музыки.